Чистые голоса юных участников, воспевающих Богородицу с первых секунд, погрузили зрителя в светлое настроение великого праздника Пасхи. Атмосфера доброты и человеколюбия, всепрощения и благодушия царила в этот вечер в уютном зале центра. Затаив дыхание, каждый из присутствующих слушал волшебное исполнение хоральных музыкальных произведений, наслаждаясь совершенным певческим мастерством выступающих коллективов. Радостно, что этот праздник объединяет детей, что этот праздник есть, что это является заботой, слава Богу, государственной власти, потому что этот праздник происходит в здании государственном. И это радует, потому что общество воскресает в духовной жизни. Инициаторами проекта «Пасхальные встречи» выступила образцовая студия эстетического воспитания «Океан». Семилетнее плавание участников и организаторов проекта по волнам музыки и хорового исполнения сегодня востребовано в нашем обществе. В этом году 10 хоровых коллективов подарили духовное и эстетическое наслаждение гостям «Пасхальных встреч». Студия эстетического воспитания подготовила как бы такую концертную программу, посвященную теме праздника. Также мы в этом году не можем обойти мимо тему 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и тысячелетия нашего города. В концертной части мы будем об этом говорить. А также в программе студии будет очень интересный спектакль «Феникс возвращается домой». Это наши воспитанники. Ну а хоровые коллективы подхватят нас. Патриотическая часть программы, посвященная празднованию 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, тронула сердца каждого из присутствующих в зале. Музыкальные композиции, исполненные совсем юными ребятами, не знающими того страшного времени, звучали по-особому трогательно. Восходящие таланты певческого мастерства прославляли подвиг своих прадедов. Мир непрост. И он заставляет все-таки посмотреть трезво на все то, что происходит вокруг нас. Потому что, к сожалению, сейчас зачастую плохое заворачивает красивую обертку. А когда человек искушается, будто бы на красивое, разворачивает эту обертку и удостоверяется, что там зло. Поэтому как раз этот праздник и прославление воскресшего Господа научат тому, как правильно жить. Пасхальные встречи – это очень важное такое мероприятие в плане системы образования нашего. Дело в том, что именно на таких вот вечерах идет духовное воспитание, нравственное воспитание наших обучающихся. С каждым разом, когда мы присутствуем здесь в ЦМТ на этих пасхальных или рождественских вечерах, выходит совершенно с другим пониманием ценности семьи, ценности жизни. И в теперешних реалиях это очень важно. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.